И всем привет, с вами Ростиксон, и это реклама моих мыслей. Сейчас потише музычку сделаем, да, чтобы меня было слышно. Это Отава 14 на фоне играет. Что же такое мои мысли? Там я закидываю вот какие-то вот такие вот темы, да, когда я что как делаю, работаю, почему как, что вообще в моих мыслях. Во-первых, там то, что мне приходит в голову, и то, скажем так, чем я готов делиться. Да, например, что я пью морс. Не может прийти такая мысль. Не может прийти гифка. Там 55 человек. Каждый из них заплатил $8 в месяц. Смотрите, этой информации вам должно было хватить, чтобы уже купить. 55 человек, да? Заходите, и все будет окей. Ну, давайте расскажу, что там. Правила бычки, ну, например, не больше 4 эскортниц в день. Если есть жена, найдите вторую. Давайте посмотрим, что там еще есть. Мои задачи. Контент-план самому, там, можете на паузу поставить, сами прочитать. Вот, допустим, вот это очень, чем мне нравится, глубоким переосмыслением жизни занимаюсь, зачем мне быть одному в Швейцарии, тут мои источники заработка, ну, в общем, это мои мысли. Тут я пишу, вот я $50 заработал с рефок за один день. Зачем же покупать мои мысли? Во-первых, я говорю вам, мой личный совет. Купите $8, это ничего, это вообще, ну, копье. Если вы думаете о $8, тратить их или нет, вы, ну, вы сами знаете. Просто попробуйте $8, купите, и вы поймете, что это альфа-информейшн. Вы заходите, рискните чуть-чуть, и вы заработаете миллионы. Ну, там нет, там не будет никаких колов на деньги. Там просто мои мысли, там крутые люди, там половина людей — это богачи, долларовые миллионеры. Они мне говорят, я готов купить за $30 твой пост. Не за $8 в месяц, а за 30. То есть вы поймите, что рисковать нужно. И это тот самый риск, который, скажем так, идеальный, гениальный. Так, берем свечечку одну, да? Я свечки меняю, например. То есть у меня вот там такая мысль была. То, что я в ресторане один раз купил... То есть там свечку принесли, да? И я подумал, а я хочу все время со свечкой сидеть. И теперь так и делаю. Это хорошая мысль, понимаете? Представьте, у меня теперь все время офигенное настроение, потому что свечка. То есть и там можно задавать мне любые вопросы, я на них отвечу. Потому что это мои мысли. Также у меня есть мой телеграм-канал, где каждые 4 дня выходят посты. Он бесплатный, но там, знаете, он вылизанный такой. Он такой, знаете, ну, просто для красоты, знаете, вот для популярности. А там вот именно мысли, понимаете? $8. Купите, и ваша жизнь изменится. Если это не так, то я вам скажу, что сделать, чтобы это было действительно так. Как-то так, я думаю, если вы поставите на паузу, поймете, кто я такой. Ну, давайте так, скину немножко, что я делаю. Я вывел скрипты на квартиру, там, сделал там себе зубы, на путешествия какие-то. И самое главное, что? Что успех неизбежен. Судьба. Ссылочки будут в описании.